Представляем вашему вниманию высокоскоростную железнодорожную транспортную систему от компании Dahir Inshaat. Сфера применения изобретения – пригородные, междугородные и межрегиональные пассажирские перевозки. Ключевым преимуществом транспортной системы является высокая скорость движения поездов. При благоприятных погодных условиях она может достигать 500 км в час. Например, поездка из Москвы в Санкт-Петербург на таком поезде будет занимать всего пару часов, что сопоставимо с продолжительностью авиаперелета. Трасса, по которой двигаются поезда, проложена по эстакаде на высоте 4 метров над землей, что позволяет использовать земельные участки под дорогой, под застройку либо сельскохозяйственные угодья. Кроме этого, такая конструкция не создает помех другим видам транспорта. Рельсы сделаны из калиброванных брусков с идеальной гладкой полированной поверхностью, что обеспечивает высокую скорость и плавность хода поезда при минимальной деформации полотна. Ходовые балки треугольной формы изготовлены из стальных гофрированных листов, расположенных друг к другу под углом 60 градусов. Это придает жесткости и прочности всей конструкции, а также делает ее устойчивой к кручению. Ходовые тележки могут быть выполнены из стали или алюминиевого сплава. Вес каждой тележки около 5 тонн. Тележка не лежит на поверхности балки, а надевается на нее, что делает ход поезда более плавным. Каждая колесная пара тележки снабжена собственным электродвигателем, что обеспечивает хорошие ходовые качества поезда при минимальных затратах энергии. Корпус вагона выполнен из легкого и прочного композитного материала. Вся конструкция весит около 5 тонн. Это в несколько раз меньше веса корпуса обычного железнодорожного вагона. Благодаря своему небольшому весу поезд быстро набирает и сбрасывает скорость, что позволяет снизить затраты энергии, а также увеличить среднюю скорость движения поезда. Стоит отметить, что строительство такой железнодорожной системы может быть полностью проведено на отечественных производственных мощностях. Для успешной реализации такого проекта в России есть все необходимое оборудование, материалы и специалисты. На строительство 1 километра дороги нужно 50 столбов и 50 стальных гофрированных балок, а стоимость производства и монтажа километрового участка дороги составляет от 1,5 до 2 миллионов долларов, что значительно дешевле строительства линий для поездов на магнитной подушке. Недорогой, экологичный и быстрый железнодорожный транспорт уже стал неотъемлемой частью жизни в высокоразвитых странах. Не стоит отставать и России. Внедрение разработки компании Dahir Inshaat будет не только способствовать повышению качества жизни, но и даст толчок развитию отечественной высокотехнологичной промышленности. Узнайте больше о высокоскоростной железнодорожной транспортной системе в компании Dahir Inshaat.